Доброго времени суток, уважаемые телезрители. В эфире программа «Про авто 14» на телеканале НВК «Саха». И здесь мы обсуждаем самые актуальные новости и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? С октября месяца можно предъявлять электронное водительское удостоверение. Как и где его получить? Как оформить европротокол в портале госуслуги? Подготовка водителей категории С и Д. Светоотражающие элементы могут спасти жизнь и здоровье маленького пешехода. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит солист Государственной филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер. Ну а в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор автопроисшествий за прошедшую неделю. На автомобильных дорогах республики с 19 по 25 сентября зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где различные травмы получили 29 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Так, 21 сентября 27-летняя женщина, двигаясь со стороны села Актемцы, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием на бок. В результате ДТП автоледи была госпитализирована в роддом, так как находилась на 7-м месяце беременности, а несовершеннолетний пассажир получил ссадины. 22 сентября в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского Улуса водитель автомашины УАЗ наехал на велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист с травмой головы была госпитализирована. Владимир, по предварительной информации установлено, что водитель УАЗа превысил допустимую скорость, в результате чего был совершен наезд на велосипедиста. Давайте напомним, какая скорость допустима в населенных пунктах и при выезде с дворовой территории. Ну, скорость в населенных пунктах у нас, опять же, согласно правилам дорожного движения, опять же, предусматривает это на проезжей части. Ну, а в особенности в дворовых территориях водитель должен быть очень внимательным, особенно сейчас, до начала у нас учебного года. В принципе, дети все равно и бегают, и катаются, вот как показала, да, даже в районах у нас. Ну, и, в принципе, в жилых зонах водители должны управлять транспортным средством не более 10 км в час. То есть при въезде, при выезде с дворовой территории они должны быть внимательны, опять же, должны уступать дорогу всем транспортным средствам, которые двигаются по главной дороге, ну и, соответственно, опять же, пешеходам, ну и велосипедистам. Но тут, к сожалению, у нас получилось так, что это именно конкретно дворовая территория, где у нас ребенок, опять же, катался без надзора, ну и, соответственно, ребенок у нас получил незначительные травмы, конечно, ну, в принципе, все равно госпитализирован был, но серьезным таких травм, конечно, обошлось. Но все-таки хотелось бы еще раз обратиться к водителям и опять же вспомнить главу 17, правила движения в жилых зонах, где у нас, соответственно, согласно правил, опять же, регламентируется знаками 5.21 и 5.22, то есть въезд, ну и выезд дворовой территории, да, где водитель, опять же, должен соблюдать безопасную скорость движения, ну и должен быть вдвойне внимательным. Ну и также не стоит забывать, в дворовых территориях у нас, в особенности в черте города, ну и в больших районах, да, у нас в дворовых территориях они у нас не регламентируются знаками, то есть, соответственно, там, если перекрестки есть, то водитель, опять же, должен, опять же, согласно правилам дорожного движения, соблюдать эти правила, ну и также требования, да, то есть уступать водителям, которые движутся с правой стороны, ну и опять же не создавать помех для пешеходов. Но кроме этого существуют и правила для самих велосипедистов, где они могут ездить согласно пункту 24.3 правил дорожного движения? Ну, согласно правил дорожного движения, в принципе, 24 главы, водители транспортного средства, а именно велосипеда, то есть у нас велосипед, опять же, является транспортным средством, ну и, соответственно, велосипедисты у нас, опять же, являются полноценными участниками дорожного движения, то есть они, опять же, соответственно, должны соблюдать
эти правила, ну и также требования, да. Ну, а так, согласно правилам дорожного движения, велосипедисты должны двигаться только по краю проезжей части. Ну, если, опять же, у нас нет велосипедных дорожек. Ну, а дети до 14 лет, опять же, должны кататься только в определенных для этого местах. То есть на детских площадках, на площадях, в скверах. Ну, и, опять же, по велосипедной дорожке. В принципе, ну, что и, опять же, согласно главе 24, опять же, там все расписано. Ну, давайте продолжим. 24 сентября на 4-м километре окружного шоссе города Якутска водитель, управляя автомобилем марки Toyota Mark 2, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомашиной марки Hyundai Solaris, которая двигалась в попутном направлении. Вследствие чего после столкновения Solaris выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Harrier. В результате автоаварии бригада скорой медицинской помощи увезла в больницу трех пострадавших данного ДТП. Госавтоинспекция напоминает, согласно статистике, несоблюдение дистанции является одной из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий. Дорожное обледенение может быть сплошным на большой протяженности дороги или на небольших участках. Обычно границами гололеда бывают придорожные постройки, поэтому в этих местах следует ожидать изменения состояния поверхности дороги. От водителей и пешеходов требуется повышенное внимание к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения. Первое. Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы. Второе. Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона. Третье. Наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции, дающей возможность беспрепятственной остановки и торможения. Предупреждать о предстоящем торможении водителя сзади можно несколько раз. А мы продолжаем. Пока мир не запланили роботы и автопилоты, профессия грузоперевозчика востребована даже в кризис. Ведь кто-то должен возить то, что поддерживает жизнь человечества. Да, и само человечество тоже нужно возить. В следующем сюжете мы вам расскажем, как получить грузовые и автобусные права и что для этого нужно сделать. Получение водительского удостоверения категории С необходимо в том случае, если водитель собирается управлять грузовым автомобилем, разрешенная максимальная масса которого превышает 3,5 тонны. И решая этот вопрос, стоит обратить внимание, что обучение и экзамен подразумеваются в любом случае, если только ранее сданный экзамен по ПДД на категорию Б не превысил 6 месяцев. На категорию СД срок обучения немножко меньше, там меньше часов предусмотрено, то есть учатся 1 месяц и 2 недели. Для переподготовки на категорию С и Д необходимо пройти медицинскую комиссию, принести с собой паспорт, СНИЛС, 2 фотографии 3х4. И важный момент. Получить водительское удостоверение категории С может любой желающий старше 16 лет. Категорию Д может получить водитель старше 20 лет. Напомним, водительское удостоверение с категорией Д означает пассажирские перевозки более 8 человек. Экзамены точно такие же, как и на категорию Б, то есть там предусмотрено сначала внутришкольный экзамен в той автошколе, в которой обучаетесь, и экзамены в ГИБДД, то есть теоретическая часть, которая также состоит из 20 вопросов экзаменационных, и потом практическая часть, то есть уже непосредственно на автомобиле сдают вождение. Если он все задания выполняет, там также идет бальная система за какие-то нарушения. Есть 1 балл, 2 балла, 3 балла и 5 баллов. То есть, если он набирает до 5 штрафных баллов, то оценка выставляется у него по итогу экзамена «сдал». Если 5 и более, то он не сдал. В настоящее время категорию С и Д можно получить бесплатно, пройдя обучение по востребованным профессиям в рамках национального проекта «Демография». С октября месяца автомобилисты смогут предъявлять водительские удостоверения инспекторам ГИБДД в электронном виде.
Чем вызвана такая необходимость и станут ли популярными у автомобилистов цифровые права? Давайте разбираться вместе с Русланом Васильевым, госинспектором отделения по экзаменационной работе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как будет выглядеть цифровое водительское удостоверение? Ну, оно на портале авто будет. Но все равно нужно получить также оригинал. Сейчас в данном случае это идет опытная эксплуатация сервиса по предъявлению водительского удостоверения. То есть на данный момент это пробная версия. Она проходит с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года. Это как пробная версия. Угу. И вы также получаете оригинал водительского удостоверения. И через сайт госуслуги авто забиваете туда свои данные личные. То есть вам на настоящий момент при пробной версии нужно иметь и оригинал, и на сайте вы, получается... Получается, ага. Когда останавливает инспектор ГИБДД, нужно иметь на данный момент, пока нужно иметь также нужно, да, иметь и оригинал, то же самое, да. И инспектор, он подойдет к вам со своим планшетом через QR-код, проверит ваше наличие водительского удостоверения. То есть водитель должен самостоятельно на портале перевести свои водительские права и как бы зарегистрировать цифровое удостоверение. Да, правильно? Абсолютно верно. Означает ли это, что привычные права скоро уже не надо будет с собой возить? Ну, возможно, когда пройдет пробная версия и все введут, уже будет действовать, да. А как будет проходить проверка водительских прав на дорогах? Вот, допустим, зачастую, да, при проверке документов сотрудники ГИБДД в большей части забирают водительское удостоверение и держат его у себя в руках. Ну, не исключено, что подобной процедуре будет, возможно, производиться и со смартфонами, да? Затрудняюсь это ответить. Пока трудно сказать, что... Ну, я правильно понимаю, что предъявить цифровое водительское удостоверение — это достаточно показать экран смартфона с QR-кодом. Да. И инспектор уже проверит через свою базу. У него будет специальный планшет и сканер, QR-код, что он проверит, и ему уже необходимые данные, которые ему нужно, у него все выйдут. Проект «Электронные права» в данный момент находится, как вы уже сказали, в тестовом режиме. Как думаете, насколько долго продлится это тестирование и когда уже заработает в полную силу? Пока точно не сказать. Пока по 31 января 2023 года пока это будет. А продлят ли дальше пробную версию или уже введут, пока это я точно не могу сказать. На ваш взгляд, как вы думаете, потребует ли это каких-либо поправок в законодательные акты? Скорее всего, будут. Будут. Когда введут уже точно, то будут поправки. И вот, допустим, как, на ваш взгляд, повлияют цифровые водительские права, да, на безопасность дорожного движения? К сожалению, это просто для удобства людей, чтобы постоянно не носить с собой оригиналы документов. Так как у нас сейчас много информации через телефон, через всю эту технику, чтобы не носить. К безопасности это отношение не имеет. То есть удобство водителя. Только для удобства. Ранее в России был уже запущен эксперимент по предъявлению в электронном виде свидетельства о регистрации автомобиля и также при помощи портала госуслуги авто. А как еще можно использовать этот портал касаемо своего транспортного средства? Да, свидетельство о регистрации было запущено также пробно, уже действует. Вот свидетельство в данный момент вы можете оригинал уже с собой не возить. Также туда занести свои данные по свидетельству, по машине, предъявить и как бы, да. Сам по себе портал госуслуги авто, какие еще можно удобства, да, предложить для водителей? Там вот только личные данные, как на машину, водителя, и также нарушения можно проверить. Сам человек может свои данные, да, посмотреть, штрафы. Спасибо, Руслан. Мы поговорили о водителях, но теперь самое время поговорить и о пешеходах, ведь они самые незащищенные категории участников движения. По статистике, наезд на пешехода – один из распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. И основная доля наездов на пешеходов приходится на темное время суток. Поэтому пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы или так называемые фликеры.
Так, за 8 месяцев этого года зарегистрировано всего наезды на пешеходов 119 ДТП, в которых погибли 7 человек. 116 получили различные ранения. Из них 29 ДТП произошли в темное время суток, где пострадало 5 человек. Световозвращающие элементы значительно повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге. Ведь водитель с ближним светом фар способен увидеть пешехода на расстоянии 20-40 метров. А если пешеход применяет фликер, то это расстояние увеличивается до 150 метров. Это тот самый случай, когда чем больше, тем лучше. Рекомендуется закреплять световозвращатели на рюкзаках, на сумках, где вот, чтобы световозвращатель оставался видимым для водителя со всех сторон, с двух сторон, во всех направлениях его движения. Также световозвращающие элементы можно закрепить в виде значка или наклейки на грудь, на ноги или использовать их в качестве браслета на руке. Уважаемые родители, педагоги, воспитатели, побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок засветился на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были световозвращающие элементы, делающие его более заметными на дороге. Помните, в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. В приложении госуслуги «Авто» появилась возможность оформления дорожно-транспортного происшествия по стандарту «Европротокол онлайн». Это позволяет не вызывать сотрудника полиции и не заполнять бумажные бланки. Как его оформить, давайте посмотрим в нашем следующем материале. Для оформления ДТП через госуслуги необходимо скачать приложение госуслуги «Авто». Важными условиями оформление являются подтвержденные учетные записи у обоих участников дорожно-транспортного происшествия. А также при ДТП не должно быть пострадавших, вред должен быть причинен только участникам ДТП. Максимальная сумма возмещения составляет 400 тысяч. И ДТП можно оформить, даже если есть разногласия у участников. С удовольствием хочу приступить к любимой многими телезрителями рубрике, в которой жители нашего города проверяют свои знания правил дорожного движения. Всего им предстоит ответить на 10 вопросов. И сегодня на эти вопросы в нашей студии отвечает солист Государственной филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер. Дмитрий, приветствую. Добрый день. Ну, Дмитрий, уже такой традиционный вопрос. Какой у тебя водительский стаж? Я сдал на права в 2006 году, получается, 16 лет. 16 лет стажа. Да. Ну что, не волнуешься? Готов? Волнуюсь, конечно. Ну а мы начнем. Итак, внимание, Дмитрий, на экран. Первый вопрос. Этот знак показывает направление движения на перекрестке, указывает, что на пересекаемой дороге движение осуществляется по двум полосам, запрещает разворот на перекрестке. Ответ первый показывает направление движения на перекрестке. Вариант ответа номер один. Хорошо, двигаемся далее. На грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн можно двигаться со скоростью. Варианты ответов: не более 70 км в час, не более 50 км в час, не более 90 км в час. Третий ответ: не более 90 км в час, потому что я-то еду на легковом автомобиле категории Б.
Так, ну что, следующий вопрос, внимание. Данная разметка обозначает варианты ответов: участок дороги, где запрещено движение у тротуара, места, где запрещена любая остановка, и третий вариант – места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Третий ответ – места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? Варианты ответов – разрешается, запрещается. Разрешается, если скорость грузового автомобиля не более 30 км в час. Запрещается. Вариант номер два. Хорошо. Следующий вопрос. Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины? Варианты ответов – разрешено, разрешено только в светлое время суток, и третий вариант – запрещено. Запрещено. Вариант номер три. Двигаемся далее. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия – проедете перекресток первым. Второй вариант – выйдите на перекресток первым и, уступив дорогу мотоциклу, завершите поворот. Третий вариант – уступите дорогу обоим транспортным средствам. Так, ну, получается, что перекресток равнозначных дорог, то у машины слева помеха справа, соответственно, ответ 2, выйду на перекресток первым и, уступив дорогу мотоциклу, завершу поворот. Угу. Принято, вариант ответа 2. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушает правила? Вариант ответов. Водитель грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 тонны и мопеда. Второй вариант – только водитель мопеда. Третий – никто не нарушает. Так, ну, с магистралями проблема, потому что у нас их особо нету. Но если мне не изменяет память, то это водитель грузового автомобиля и мопед. Первый ответ, так как разрешенной максимальной массой 3, а 2,5 тонн по магистрали нельзя ехать. И мотоцикл, и велосипедистом. Вариант ответа номер один. Принято. Следующий вопрос. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле? Вариант ответов 60 км в час, 90 км в час, 110 км в час. Ну, это легко, 90 по правилам. Вариант ответа номер два. Да. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Вариант ответов разрешается только если скорость трактора менее 30 км в час. Второй вариант – запрещается. Третий вариант – разрешается. Ну, скорее всего, разрешается. Я еду по главной дороге, соответственно, имею преимущество на перекрестке. Вариант номер три. Да. Угу, принято. Следующий вопрос. Это последний вопрос. При въезде на перекресток, варианты ответов – вы должны уступить дорогу только автомобилю, должны уступить дорогу обоим транспортным средствам, имеете преимущество перед обоими транспортными средствами. Ну, никаких знаков нету перед круговым перекрестком. Соответственно, всем должен уступить. Это получается обоим транспортным средством. Вариант второй. Номер два. Да. Ну что, Дмитрий ответил на все 10 вопросов. И сейчас я предоставляю слово для разбора полетов Наталье Ленских, преподаватель учебного центра «Фаворит». Здравствуйте. Дмитрий ответил на 10 вопросов, и первый вопрос был. Этот знак, и был правильно дан ответ, показывает направление движения на перекрестке. В грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн можно двигаться со скоростью. И здесь вы тоже ответили верно, не более 90 км в час. Данная разметка также правильно ответили. Места остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси обозначает. Ну, это легко. Разрешается ли вам обогнать грузовой автомобиль в конце подъема? Ответ был «запрещается», и действительно, в конце подъема обгон запрещен. Разрешается ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте при наличии узкой обочины? У нас главная дорога вне населенного пункта. Можно останавливаться только в том случае, если вы можете полностью съехать на обочину. Вы правильно ответили «запрещено». Вы намерены повернуть налево. Ваши действия. Дмитрий выбрал второй ответ и абсолютно правильно. Кто из водителей нарушает правила? Несмотря на то, что вы сомневались, вы ответили верно. Действительно, грузовым автомобилем свыше 2,5 тонн движения на автомагистрали запрещено. Также мопедом, велосипедом. Первый ответ правильный. Отлично. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение вне населенных пунктов на легковом автомобиле?
Действительно, вы сказали, это легко, не более 90 километров. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Мне понравилось, как вы рассуждаете. Рассуждали абсолютно верно. Двигаясь по главной дороге, на перекрестке вы можете обогнать. Правильный ответ – разрешается. При выезде на перекресток вы должны уступить дорогу обоим автомобилям, то есть абсолютно верно ответили на все вопросы. Несмотря на то, что сами говорите, что уже давно за рулем, я думаю, у вас хорошая память, и будьте внимательны на дорогах. Ну, на самом деле проблема состоит только вот в автомагистралях или там, где есть пересечение железных дорог, чего у нас нету. Скорее всего, здесь есть проблемы. Но спасибо вам большое. Вам спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире.